На следующей неделе в Сургуте начнет работать специальная группа чиновников по решению проблем дачных и гаражных кооперативов. Поручение создать такую комиссию дала губернатор Наталья Комарова. Напомню, что раньше подобная группа уже создавалась. В нее входили представители прокуратуры, полиции и администрации города. Но созывалась она для решения локальных проблем конкретных товариществ. Например, власти помогли наладить работу кооперативов «Милосердие» и «Энергетик». Теперь рабочая группа будет существовать на постоянной основе, и все желающие могут обратиться к властям за помощью в решении проблем. Для этого необходимо написать письмо в администрацию Сургута на имя заместителя главы города Александра Шатунова. Пошагово мы разговариваем с людьми и решаем все вопросы спорные. То есть, в первую очередь, мониторим ситуацию, выясняем, что людям необходимо, что нужно в первую очередь, и потом уже решаем вопрос, к тому либо иному кооперативу мы отнестись. Поэтому в первую очередь, это, конечно, желание граждан.